Смотри, я потихоньку рисую, потихоньку играю на гитаре, не курю, не пью. Ну, это в прошлом. Я просто пробовал понять, как чувствуют себя россияне, которые в моем пригороде живут, которые постоянно девушки, постоянно курят, я пытался их понять, и мне это не понравилось. Я был заблудшим сыном, а теперь я больше не курю, не пью. И вот смотри. Ну, короче, выходи за меня замуж, если хочешь. А если не хочешь, выходи за другого. Вот все. Ну или хотя бы. Выходи за меня замуж, или хотя бы стань моей подругой. Я люблю тебя. Если смотрит меня чел, бро, молодец. Твоя мотивация, делаю. Ты сидишь дома, ничего не делаешь, да? Сейчас. Ты типа сидишь дома, и тебе грустно, скучно, там. Just do it! Просто выйди и сделай рисунок небольшой мелками пейзажа. Венецианского, светлого, с моих видео посмотри, легкий абстрактный пейзаж детскими мелками, и напиши vk.com outsider art маленькими буквами, и с фото, и пришли мне, и желательно на видео еще засними. Just do it, bro, или girl. I love you. I like you, bro. I love you, girl. Just do it. Сейчас я буду рисовать, но на стене, если я буду рисовать, меня... Короче, я не буду тебе объяснять, что со мной сделают. Поэтому я буду рисовать здесь. Здесь у меня я скачал орков всяких чудовищ из готики помочь, потому что я разучился рисовать за сейчас я должен подключить эту карту памяти, на которой я вот это снимаю, к вот этому курсу. Вот он здесь лежит. Надеюсь, все будет нормально.